Дружба Газбанка и Никиты Михалкова началась 11 лет назад, когда знаменитому российскому актеру и режиссеру понадобилась помощь в организации Международного московского кинофестиваля. Я огромную благодарность испытываю за то, что, так сказать, эта помощь была оказана, оказывается и, надеюсь, будет. Мы, в свою очередь, так сказать, пытаемся, насколько это возможно, так сказать, из глубины души и сердца относиться к нашим коллегам и ко всем сотрудникам банка. Почетный клиент Газбанка Никита Михалков признается, что частенько гостит в Самаре, которая привлекает его прежде всего своими замечательными людьми. Самара. Самара — это на С. Ты вон пролетаем над Самарой, вон. Ой, в Самаре самые красивые девушки. Самые красивые девушки в Новгороде. Нет, самые красивые девушки в Самаре. Уже в апреле Никита Михалков снова собирается приехать в Самару, чтобы принять участие в 19-м международном фестивале «Кино детям». А прямо сейчас киноакадемик передает всем жителям 63-го региона свои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом. Поэтому поздравляю, так сказать, и сотрудников банка, и Владимира Евгеньевича, и самарцев вообще, о которых я сказал, что самые красивые девушки в Самаре. Надеюсь, это не изменилось все так же. Поэтому с удовольствием позовут, если приеду в гости. А так вообще с Новым годом, с новым счастьем. И желаю вам самого главного, ну, кроме здоровья, это веры, надежды, любви, а еще сегодня и терпения. Потому что терпение – это так или иначе, как сказал Тимур Тамерлан, храбрость – это всего-навсего терпение в опасной ситуации. Ситуация у нас непростая, поэтому терпение нужно как никогда. С Новым годом наступающим вас!